Куда ты? Окей. Так. Ебать, это еще чё нахуй? Ловушка челюсти закрывает проход через него, наносящая серьезный ущерб. Да, кстати, это... ХП восстанавливают. Так, ну выход наверху явно. Блять, ты серьезно? Да, я вернулся уже. Вообще не планировал, но походу вернулся. Сорян. Поебьте. Извините, но я бессмертный. Сика. Грёбаный капкан. Ставишь тихаря капканы на баранов, ты ставишь тихаря. Ай, эп. Чё тут у нас? Ключ. Денежка. Да серьезно. Кругом одни дерьмовые. Чё-нибудь купил? Да. Купил за 15 рублей игру. Сковирди, или как она там называлась, блять, про осьминожку. Все. Пока все. Я ее на этом видел, как его. На GDQ, что ли? Спидран был. Ну, такая прикольненькая. Ну, надо взять, наверное, да. Ну, 15 рублей, чё. Есть курить, это что такое было-то, блядь, сейчас? Хуя себе он ударил. Чё это? Труба. Так, что-то я... Дому дороги! Дому дороги! Всего арзай за хост. Здрасте. Борисе, выживай! Чё, блядь? Я не могу! Отстаньте! Чё? Чё? Я не могу! Нет! Чё? Как там у тебя успехи? Пистолет-пулемет?
Простите? Одноручный? Чего? Че я выкинул? Стальную трубу. Окей. Головоломку даже не нашел, да, еще. А выход вот уже. Ты играл час в ДС, встретила хмыкалку. Он сказал, что у него проблемы. Надо сдвинуть камень и сидит. Ну давай. Я не багую, отстань. Блять, кирка сломалась, ёб твою мать! Беги, блять, беги куда-нибудь. Козёл, блять, сраный. Твою мать! У меня хп вообще нет уже, все. Я не успею выполнить эту миссию. Блять, кирка сломалась, сука, обидно. Ой, обидно. Твою мать. Ну поем, иди. Че, у меня красная полоска полностью все. Так, если я сейчас на что-нибудь наступлю, не на то. Я все, я труп. У меня ни хилок, ничего нет. Сохранится. Там это где? Это ты о чем? Блять. So what can I do for you? Продать. Забирай стальную трубу, тоже забирай. Может, пистолет тоже продать. Надо проверить этот. Don't spend it all in one. Spend those memories wisely now. Так, перезарядка оружия. Чем там говорил еще? Блять, увеличение рюкзака плюс 4. О, боже. Или это я уже купил? ХП, патроны, прочность оружия. Да? Окей. Давай вот так сделаем. Я понимаю, что это, блядь, дорого. Now don't you waste that. Блядь, кирку сломал. Ну, сука, надо было, блядь, так. Просто... Enjoy it now. Так, а чё по оружию там продается у тебя?
1215 кирка стоит. Блять, купить что ли? Блин, она клевая. Не, покупай. Ничего не знаю, покупай. Главное не проебать. You know. Так, что я хотел? Что будет, если я сделал так? Он перезаряжает и ее? Окей. Хорошо. Так. Пистолет тогда продадим, что ли? Не знаю. Ну это скорострельность в разы лучше. 5-3 минуты остается. До конца миссии. Ну типа, если не уложусь, мне приза не дадут в конце уровня. Воруй. Ой, я не люблю на время. Так, а здесь что? Я все взял? Нет, нихуя не все. Ты что, говнина, блядь? Урод, блядь. Воруй ключ. Чуть не убил собака. Чё здесь? Надеюсь, небольшая часть локации здесь. Ну, пару комнат, может. Блять, пару комнат, ёпты. Загадки 2 из 6. Я не успею. Светлая награда. Мы наградили сотрудника Грэм Рейн за прекрасную работу нашему обществу. Он является ярким светом, изгоняющим тени из нашего города. Рейнольдс является прекрасным примером для полицейского. Как-то они резко поменяли свое мнение-то. Чё это за лабуда? О, блядь! Пизда тебе, братан, блядь. Будешь знать, козел. Так, ну ладно, видимо, это мы не успеем. Да вы ебанулись. Ну пиздец, я труп. Вы что, блядь, гоните? Я не знаю, как это работает, давай попробую. Да ну, бля, ебащух. Ебащух. Нет? Ну ладно. Да ты чё издеваешься? Ну, блядь, ну я это не пройду, нахуй, в жизни. Вы чё, блядь? Да ну вас нахуй. Чертовски правы. Грэм хороший полицейский, не заслужит, чтобы его имя втоптали в грязь. Он лучше словит пулю, чем будет услышать такое. Вы взяли с улицы моего лучшего человека, чтобы он гонился сюда. И для чего? Ни зачем.
блять. Сука, говно. Черт. Тут кирка была, я на нее поставил этот косарь, чтобы ее купить. Что делаем? Так, что я пытаюсь вообще сделать в целом? Я пытаюсь взять... Стоп. Ну. Топор возьми. Топор возьми. Так, окей. Все, что у меня сейчас в инвентаре лежит, я продаю. Нет, пацаны, отстаньте, блядь. Идите нахуй. Я вас не трогаю, вы меня не трогайте, все. Аптечка купить. Писец. Так, за пистолет 200 дадут, за трубу 180, за кирку где-то... Я не знаю сколько даже. Так, как мне попасть туда? Через верх. Через вниз. Бля, через верх. Да? Чё такое было? Бля. Так, будь дороже. Ебать, два топора, блядь. Уж, сука. Чё-то реально напряжно стало играть, блядь. Вот эти вот, блядь, вылезают дебилоиды, блядь. Как они бесят. Вот, серьезно. Их можно бить только со спины. Чё это за нахрен вообще? И нападают толпой. Причем бьют разом, знаешь, не как каких-нибудь этих в Assassin's Creed ждут, блядь. Просто толпой накидываются и бьют сразу все вместе. Что за бред? Так, чё я? Сегодня был реквест. Модул сказал король лев. Короче, дошла до босса, не могу его выкинуть. Просто не кидает его. И все. Нормально, чё. Красота. Looking for anything specific? Денег дай. Монтажка 355. Пожарный топор 430. Две штуки. Кирка 600. Стальная труба 175. 1900. Баям, блять. Так. Аптечка. Раз, два, три, четыре. Ну да. Еще можно было на все купить, блядь. Эй, давай так. Пять штук инструмента. Один. Ладно, ладно. Now don't you waste that. Просто я... Просто я сейчас, скорее всего, одну юзану, да? Аптечку. А, раз. Блять, молодец.
бегай прям по ловушкам, хуй бы с ними. Так, где мой пистолет, который я бросил? Потрясающе. Тут я его бросил. Нет, не тут. Что-то да, где-то там лежит, по-любому. Серьезно, ты все ловушки собрал, алло. Пока бежал, в каждую наступил. Специально, что ли? Так, я нашел пистолет. Окей. Там, где знак вопроса кирха лежит. И автомат мой. Сука. Шесть вас от малого до великого. Роза над бездной. Не, ну ты понял, да? Я же ведь не специально, я не знал, где она. И все равно, блядь, наступил. Чё за бред? Окей. Все, здесь больше ничего нет. Нет, что-то лежит еще. Что там лежит? Доска? Нет, доска мне не нужна, значит. 86 стоит. Хотя, с другой стороны, 80 тоже деньги. Кину в инвентарь, пусть лежит. Ля, я не буду с ними драться, вообще не нахуй. Да ну в топку, ёпта, их там, блядь, пятеро. Я сейчас, блядь, все хилки просру. Да неужели, ёпта? Чего? Так, что я делаю, что я хочу? Так, пистолет и доску я продам. Так, вместо этого это. Вместо этого. Окей. Что-то еще здесь есть? Что, можно впарить? Да-да-да, еще немного осталось. Чуть-чуть по этажу там дойти. Хотя этаж еще не скоро кончится, я тебе так скажу. Потому что три. Три этих осталось. Три пазлика. Значит, там еще кусок, блядь, здоровый. Да, блядь. Почему карта здесь такая херовая? Я по ней вообще что-то...
когда в этот влево уходишь, тебя не видно на карте. Карту не видишь тупо. Чушь полная. Куда идут-то, блядь? Туда идут. Обойдусь. What's your pleasure? Let's see what you got. I'll give you a fair price. Тесак, пистолет, стальная труба, доска. Двадцатка. Тю, блядь. 520 всего. Че хотел купить? Аптечка, да не, пока не нужна. О. Good luck out there. Только так, блядь, и выживаю, ну. А чё я такой темный-то сижу вообще, блядь? Мне лица даже не видно, я повторю. Ну, более-менее. Во, вот карты не видно, реально. Она просто засвечена. Потому что карта здесь, она на одном слою с игрой. Не на отдельном сверху, а на одном тупо. Я ебал. Это победа, да. Иди ты нахуй. Ты заебала уже. Че вы меня, блядь, бьете все? Ну это, блядь, сущность в виде гномика, ёпта. А, у нас все равно время кончилось, так что... Так что, видимо, бесполезно собирать их. Я действительно думаю, что у Грэма Лорелей Рейнольдс есть шанс на примирение. Причем моментом здесь является Грэм. Делать все возможное, чтобы восстановить брак. Тем не менее, он тратит слишком много своей энергии... Кого, блядь? Энергии на свою работу и слишком мало оставляет ее для своей жены. Я хотел бы поговорить с Грэмом, чтобы он все-таки больше уделял внимание своей жене. Привет, денюшка! Вижу тебя. Нах. Так, окей, вниз или вверх? Вниз, там тупик будет по-любому. Привет, милосердж. А-а-а! О, аптечка. Thank you.
много гномиков. Ой, бля, надо эту кирку починить. Какие, блять, умения, я просто нахуй махаю тут. Так, окей. Да, локация кончись по-братски. Нет слов. Одни эмоции. Код 3. Короче, адрес. Вооружен и опасен. Преследуйте. Код 3. Такой код 3. Рейнс, еду, короче. 5 минут. 5-4 минуты. Чё там от Рейнс начудил, походу. Кого-то убил, может, не того. Случайно. Блять. Иди сюда, блять. Отстань. Так. Окей. Пять из шести. Наверное, здесь. Да ёпт. Опять в ловушку наступил. Да что с этими ловушками не так? Чё их так, блядь, расставили, что я их на все наступаю? Пять из шести. Я не знаю, что происходит, почему, блять. Ты заебала, игра. Да, блять, как это работает вообще? Сука, я уже просто так иду, блять, и уже... Просто влетаю в ловушки. Пошел нахуй. Какого хрена? А? Это был не я. Так, и чё, и зачем я сюда зашел? Ладно. Бесполезная комната. Погнали! Они размножаются? Зачем? Yeah.
Так, окей, как быть? Сможем мы? Блять, ну не начинай. Так, вот. Все, уместили, все? Да, уместили. И уровень закончили. Как мне... в магазин пробежать по-срочному. 6 из 6, уровень закончили. Не, ну я ору, конечно, с того, как здесь ловушки расположены, и с моим везением просто. Как я их нахожу, блядь, легко. Блядь, как пройти-то? Чё-то вообще через жопу мира. Сюда, что ли? А, ну вон проход, да? Да-да-да. Блядь, что-то геморно как-то. Нормально, хиляться не буду. Тут уже, в принципе-то, никого нет. Кроме как вот, вот в этой комнате, в левой. Чуваки, но я к ним не пойду. Ща по пути еще пару ловушек словим и нормас. Да? Да? Не надо. Не надо, пожалуйста. Я хочу в ловушку. Бля, не надо. Да, я месяц буду проходить игру так. Если один уровень по часу будем проходить. И здесь действительно 30 локаций. Блять, сейчас еще босс, скорее всего, будет. Сука, ведь наступил! Звука не было, но наступил, блядь, не. Дрянь. Так, чё продаем? Трубы. Трубы, тесак. Давай. Тесак. Труба, труба. Ну да, все хватит. It's a deal. Ух ты, блядь, 3800, нихуя себе. Приветики. Так, а чё я использую? Я использую 4, а чё я не использую? Древесный уголь? Подожди к секунду. 3800 свеча стоит, охуеть. Я уголь не использую, да? Ну, блядь, ничего не стоит. 115. Ну, не знаю. Так, подожди. Чё там? Чё там по кирке? Её починить? Блять, а зачем я ее починил? Хер знает. Good luck out there. Падла. Подловил. Такой, Metal Search настолько стар.
что помнит. Детей. Какая, как там называлась команда? Дети лейтенанта Шмидта? Только я настолько стар. Господи, это что такое еще? От малого до великого. Роза над бездной. От мала до великого. Роза над бездной. У остальных нету розы? От мала до велика. Роза над бездной. Типа наоборот, что ли, чё? Да я не вижу, какая тут большая, какая-то маленькая. Не все одинаковые. Босс, наверное, сейчас будет, по-любому. Ух, что лихие 98-е года, да? С этими командами. Блин, еще помню, какой год даже был. Мне кажется, у меня на VHS-кассете лежат выступления. Эти. Блять, босс. Твою мать. Так, ладно, давай начнем. Начнем с автомата. Кто босс? Чего? Чего? Да чего? Кто это? Ебать, ты кто, здорово? Ты что такое-то? Сука. Ты кто, блядь? Курносик, ты кто? Ты кто, блядь? Ебать, у тебя какой маникюр на ногах, охуеть. Нихуя. Это даже не курка, на напальчник, ёп, напёрсток, сука, напёрсток, блядь, он это, вяжет. Лицо вяжет, чё-то на, лимона наелся, лицо вяжет, блядь. О боже, страж света. Кек. Чё? Чего это? Да, я... Сыга. Тихо, тихо, тихо. Упс. Thank you.
Нихуя там хадукины пускаешь, ёб ты чё, блядь? Чего? Так, я... Блядь, ты специально что туда, блядь, юркнул? А чё, как мне с тобой драться-то? И что я должен делать? Я к тебе подойти не могу? Ты, блядь, ты знаешь, куда я прыгну, что ли, или чё? Ты хочешь, может, чтобы я заблочил просто? Нет. Ну. Но я подойти не могу. Что происходит? Что-то надо это попробовать ударить. Чё-то не алло. Нет звука этого пистолета. Пусть, блядь. А чё, оружка-то какая-нибудь упадёт с него, нет? То как-то грустно. Ничего не выпало. Офицер Рейнольдс переживает огромный развод. Он, по-видимому, всё ещё навещал любовницу. Как только его жена узнала, она забрала детей и ушла от него. Отстой. Он казался таким хорошим парнем. Это означает, что я ему со своей книгой больше не интересен. Окей. Дед мужчина все что угодно уронил. Все, и лицо, и ногу, и руку, блять. Он уже стоять просто не мог. Зон 10. Треть игры прошли. Ух. Ух. Ща как всю пройду. Ух. Охереть. Так, что вообще нужно? Нужно найти продавца. Нужно найти хилки. Блин, я себя просто оставлю, не буду проходить эту игру, мне потом совесть загложит. Потому что, ну, что-то я Silent Hill не прошел, что-то. Как-то, ну. Марс! Получил интересный имейл сегодня от Эшли. Эй, Сися, как жизнь с Мэтью? С каким еще, блядь, Мэтью? Ну что, даже спишь с ним по ночам, жалкая сучка? Чё, блядь? Наслаждайся им, пока что я слежу за тобой. Лучше держи один глаз открытым. В следующий раз есть царапай твое милое личико. Шлюха, ты не заслуживаешь его. Я верну Мэтью назад, ты проиграешь. Чё, блядь? Шли нахуй. Вы чё, блядь? Ебали.
Вот пишут всякие. Hello Night Topic, Deep. Раковые растут в этих местах, принося с собой чуму. Зачисти эту сферу до своей до своего же влияния. Я киркой бил до починки. Я просто хочу, блин, понять. Чинится? Чинится или не чинится? Чё у них такой ключ неаккуратный? Я просто сейчас смотрю на него. Он как будто это... В фотошопе криво вырезан, знаешь, с белого фона, что ли, его, блядь, вырезали или чё? Эу. Шалом. Не мешать, не мешать, не надо, просто не трогать, все. Слушай мелодию. Жираф, жираф охуенный, смотри, смотри какой жираф охуенный. Вон, видал, он в углу стоит. Давай жираф возьмем, будем жирафом драться. Хочу жирафом драться срочно, блин. Сика, дай жирафом драться. Тех убью. Похорони эту мерзость. Да легко, блядь. Ева кританула, нахуй. Он даже этих призвать не смог. Кидрить там что-то, какие-то улицы внизу затоплено. О, нет. Да я понимаю, это какая-то кармическая хуйня, что я в ловушке наступаю. Что происходит? О! Нойс. Это не вода, да нет, там вода какая-то вроде. Ну чё ты? Ну чё ты? Я хз, вроде двигается. Непонятно. О, магаз. Like продать. Забери нож. Забери трубу. Еще что? Больше ничего не было. 235 все. Пи. Древесный уголь за 115. Бля, так хочется вот эту говнину продать. Просто, ну... 3800, ты серьезно? Давай, может, продадим, правда? Ну, то есть она дает силу плюс один. Ум, интеллект. Ну, я и так по ловушкам хожу, и без этого... Мне кажется, если я продам, ну... Блять. А чё купить-то у тебя? Есть чё. Дробовик начали продавать. Кек. А чё вообще продаете так-то? 635 пакетные палочки какие-то. СПО уже учится. Кварц Шамуэль Роуз. Самуэль, может? Или чё? Шамуэль. Настой минеральной воды. Живучесть плюс 3. Чашка пудинга.
Чашка пудинга отнимает силу. Охуеть. Чашка пудинга отнимает силу. Зато я не анг, а анг. Наверное. Все-таки. Это, блядь, какую нахуй вечную жизнь? Анг — это символ второй жизни. Алло. Чего он силу отнимает из живучести? Какого хуя? Наоборот, должен их давать. О, а вот такое кольцо у меня есть. Бля, буду. Вон лежит. Ну-ка. Подожди. Секундочку. Ну-ка. Вроде похоже, да? Че, как повернуть? Вот. Вроде похоже, да? Сука. Что? СПО, ловкость. Нихуя. Ловкость, интеллект. Ха. Рога красного коралла. Чё, блядь? Сила, СПО, живу. 11320. Ты охуела игра, что ли, блядь? 11320. Чё? Лапы обезьяны. Вот это я возьму нормально. Минус, минус 4 силы, минус 4 СПО, живучесть плюс 5. Нормально. Надо 3 взять. 3, вернее, 2, ладно. 2 рога, чтобы было. Нормально. Семейный пакет, крылатый этот, какой-то там, а там гекаты. Жесть какая-то. Чё пытаюсь сделать-то? You know where I am, if you need me. Так, у нас варианты. Продать свечку и вместо нее... А что ты даешь? Минус 2 ум. Минус 1 интеллект. Зато плюс 3 с чем-то денег. Да ну, блядь, давай возьмемся. Так. Экипировываю эту хрень. Чёрт бы с ней. You look like hell, kid. Найдем что-нибудь другое, более хорошее. Ты ну чё, смотри. 3800. Don't spend it all in one place. Будь симка. 7600, вон, смотри. Нормас. Так, а теперь... что мне нужно? Во-первых, увеличение рюкзака. Да. Да. Now don't you waste that. Так, 3 аптечки есть, 2 ключа, патроны. Так, взять. Thank you kindly. Good luck out there. Ебать, сколько можно оружия теперь носить. Я доволен. Я доволен, нормас. Так, ладно. Гуперив, что ли?